Всем привет! Решила сегодня в Нововинодольске съездить. Сейчас я не в центре, сейчас я иду от центра города. Вот здесь выкапывали, перекапывали. Или рухнуло что-то возле моря. Буря перевернула, выкорчевала. В общем, я пошла к Прибирскому пляжу, как он называется. Здесь мне очень нравится. Много места для прогулки. Интересные спуски к морю, красивые. У нас штормит сильно и в горах, и вот возле моря, но все же меньше, чем это было последних дней 5. Хотя вчера вечером носило прям конкретно. Задувало так, что возле дома бегали, смотрели, что перевернуло и что там надо еще собрать. И когда вот так вот перемена давления воздуха и шторм, бывает, голова болит очень сильно. Плюс дома ты не проветришь. Я люблю, когда свежий воздух, когда я прям постоянно что-то открываю. И, естественно, не можешь открыть, потому что все это может расколотить и окна, и двери. Сидишь в закрытом пространстве, и голова начинает болеть. А когда вроде и поддувает, и на улице тепло, 15-12 градусов, но все же во время шторма продувает, и не очень приятно для головы, и так. Порывы ветра бывают сильными. Так вот, лучше, конечно, провести на улице в теплый день, даже несмотря на бурю. Возле моря классно. Сейчас знаете, что смотрю? Красивый камень такой огромный. Смотрю, думаю, вспомнила историю. Вот буквально сегодня написали вести. Ну, история трагическая, печальная, вообще страшная на самом деле. Мальчик 13 лет в Черногории гулял тоже возле моря и снимал природу. Я так понимаю, что он был... Ну, там написано «Шета личная», значит, это место, где вот прогулочная зона. Но они тоже отличаются. Возможно, он на какой-то слишком открытый мыс зашел, подошел близко. Его смыло волной. Искали несколько дней, нашли, ну, в Хорватии, тут как бы на, ну, там, на граничной зоне. Ужасно, конечно. Там, поэтому надо всегда аккуратно, в любом случае. У нас уже несколько дней предупреждения в обязательном порядке. Запреты для всяких лодок, парусников. Ну, в общем, так, где люди могут пострадать, чтобы их не надо было спасать, нырять за ними. Что-то я, подождите, а, да, тут ступеньки, по-моему, идут. Я знаю, что здесь есть спуск, плохо только видно. Вот мне нравится, когда вроде оборудовано, спуски какие-то, подпорки, но остается вот этот природный камень. На нем удобно и загорать, и чисто, и вещи разложить. Вот эта тема хорошая. Когда вот полностью застраивают, когда бетоном заливают или слишком много песка насыпают, тоже не очень хорошо. Не всегда это удобные и хорошие пляжи. Ой, тут шишек нападало. Иду, скольжу красиво.